Друзья, всем привет! С вами Лучший Китай ВК, и сегодня у нас будет вот такая вот интересная, на мой взгляд, приколюха. Это у нас суп с чесноком. Фирма у нас Витана. Может, кто-то ел. Здесь все, конечно же, не на нашем. Но, поверьте, это очень-очень вкусно. Давайте покажу, что внутри. Здесь, как мы видим, идут гренки, морковка и сразу пахнет чесноком. Прикольная штука. Я думаю, кто если увидит, попробует, будет очень даже неплохо. Сейчас ждем кипятинский и посмотрим, что да как. Вот так вот выглядит. Значит, кубики у нас, сухарики растворились. Морковка тоже разварилась. И запах просто, как вот знаете, борщ с чесноком, когда едите. Вот это вот то же самое. Ну что, давайте я попробую и посмотрим, что я скажу. Попробовал я, это очень замечательно, очень классные сухарики, чеснок просто на всю квартиру, как с борщом, вот знаете, есть. Вот такой же запах. Кому не нравится с чесноком, конечно, не нужно, может быть там у кого-то с желудком что-то. Ну короче, это крутая штука, если кто-то увидит, покупайте смело, 10 из 10. Вот такая штука. На этом все, всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.